Здравствуй, мой уважаемый зритель! Это вторая часть видео, где мы с удовольствием колесим по жаркой Мексике на стремительном Mercedes AMG GTR 2017 года. А тем временем параллельно я немного окунусь в историю серии игр Forza Horizon. Дата выхода третьей части этих аркадных гонок – 27 сентября 2016 года. Horizon 3, разработанная Playground Games для Xbox One и Windows, является первой частью серии, поддерживающей кроссплатформенный мультиплеер. Действие игры разворачивается в альтернативной Австралии, которая примерно два раза больше, чем ее предшественница. Открытый мир игры содержит множество локаций и регионов, которые можно исследовать во время фестиваля. Вместо того, чтобы ограничивать игрока только ролью гонщика, теперь есть возможность попробовать себя в должности организатора, чтобы расширить фестиваль по всей Австралии, проходя гонки, испытания и трюки. После выхода Horizon 3 стала самой популярной игрой Horizon и остается таковой на сегодняшний день. По всему миру было продано больше, чем 2,5 миллиона копий. Forza Horizon 4. Дата выхода 2 октября 2018 года. После медийного и коммерческого успеха трилогии Playground Games приступила к работе над следующей частью, выпущенной в 2018 году под названием Forza Horizon 4. По традиции в игре представлен огромный открытый мир, состоящий из вымышленных областей Великобритании, где игроки соревнуются в гонках, событиях и трюках на фестивале Horizon. Динамическая погода была улучшена за счет смены сезона с различными условиями вождения, вариациями событий и альтернативными маршрутами. А совершенно новый инструмент Route Creator позволит создавать треки и делиться ими в интернете. Подобно предыдущим играм, Forza Horizon 4 была встречена всеобщим признанием, поскольку критики отметили более продвинутое изменение погоды, разнообразие задач и активностей, а также многообразие транспортных средств. Итак, вторая часть видео о замечательной серии игр Forza Horizon подходит к концу. В следующей части нас ждет краткий исторический обзор следующих игр серии. А чтобы на канале выходило больше подобных видео, не забудь подписаться. Желаю успехов в виртуальном мире и хорошего дня. До скорых встреч!